Мухомор – это известный, в общем-то, ну, как сказать, в народной медицине он применяется. Это действительно реально установленные, доказано. Можно использовать настойки. Это эпилепсия, если я не ошибаюсь, некоторые сердечно-сосудистые и так далее. Другое дело, что он содержит мощные, ну, скажем так, психотропные, что ли, вещества. Это первое. И употребление его в больших количествах, но это все равно, что употребить мощный наркотик. То есть тетя Маша просто сидит на мухоморах? Она просто сидит на этом. То есть, знаете, это же самый легендарный. У меня прошло немало больных с отравлением мухоморами. И, разумеется, это психотропный эффект, это острые психозы. И, естественно, это те настойки, которые бабушки делают для лечения суставы. А дедушки, конечно, выпивают внутрь. Да, но, разумеется, это токсичный яд, и это могут быть тяжелые случаи отравления.